Так, телепортироваться к другому, сменить руку, поговорить с Джимини. Давайте поговорим. Я Джимини, твоя дружелюбная марионетка-проводник. Или дружелюбный проводник-марионетка. А еще я друг Софии. В прошлый раз я очнулся, и София была рядом. Она меня пробудила. Уверен, у меня есть и другие воспоминания. Извини, видимо, шок еще не прошел. Потерпи меня немного, и я стану лучшим проводником, наверное, хер его знает. Тут нет магазина. Ну давайте используем хранилище, окей. А что вот это такое? Заостренная труба. Можно бросить. О, это хорошая идея, слышите? Я не хочу телепортироваться никуда. Блин, то есть это не босс, и его можно пройти спокойно? Или нет? Или да? Слушайте, походу это не босс, и его можно спокойно пройти. Это просто элитный моб, да? Блин, у меня 2500 душ, я хочу их потратить. Ой, ты кто? Здравствуйте. Привет, не думал, что здесь есть кто-то живой. Знаю, о чем вы думаете, но я не грабитель. Просто остановился на время в бесхозном доме. Не беспокойтесь, я не доставлю вам хлопот. Нам, уцелевшим, стоит держаться вместе. На всякий случай уточняю, это не ворованное. Так, ну это что такое? Ампула сопротивления атрибутам. Неотложная помощь Джимини. Временно защищает эрго смерти при попадании. Чего? Навершие дубинки с электросталью. Рукоять дубинки. Какой дубинки? У меня нет дубинки никакой. Что за дубинка? Бродячий торговец, главный злодей? Да. Так, ой, это что такое? Нажать кнопку. Нет, это, видимо, какой-то шорткат. Окей. Опа, прапор на сапку попал. Блин, ну там сундук. Как думаете, стоит его трогать? Или пойдем, побережем мои нервы и пойдем дальше? Что скажете? Да. Отличный ответ. Да, спасибо, помог. Потрогай раз жопу и уйди. Сундук. Ладно, давайте... я сундук вряд ли смогу сейчас, кстати, потрогать, наверное. А, да? Пес. Это не босс, да. Это элитный моб просто. Так. Я же блок поставила. Что-то вообще изи, господи Иисусе, что это такое? Они мне упростили игру для прохождения, чтобы я не бомбанула или что? Вольфик, привет! Я зря открыла окно, у меня снова шея болит. Блин, ну мне так воздуха не хватало, чат, не ругайтесь на меня, если что. Походу блок за секунду до атаки, а не в момент. Здесь, короче, есть разные виды блоков. Есть обычный блок. А при этом ты теряешь хп, но у тебя остается такая типа полосочка, где ты, если будешь бить после этого, оно отрегенится. Есть идеальный блок, оно типа блочит все атаки. Вот этот блок должен сработать за секунду до удара. Вот. Что еще? И все, наверное. Хреново. Так, ну в принципе все, я все сделала. Только я душу все равно не могу потратить, да? Давайте сейчас вот это потрогаем. Ну да, нету почему-то. А он сейчас реснется? Он не реснулся, поняла. Но хилки у меня реснулись. Как странно работает эта вся херня. Окей. Так.
Я помню тебя. Ты меня бесил много раз. Так, а у меня вопрос. А я проходила дальше этого элитного моба или нет? Или мы забросили? Блин, я сейчас, чтобы вы поняли, за 1.5 часа прошла то, что я тогда за стрим не смогла пройти, мне кажется. Ах ты мразь! Нельзя, да, тебя тронуть? Ну ладно. А как же тебя тогда потрогать? Пока что никак, видимо, да? Так, ну туда идти опасненько, потому что этот чувак на меня нападет. Значит, мы это не будем трогать. Так, здесь есть шорткат спуститься вниз. Но... О, нет, мы сейчас сделаем вот так вот. Мы пойдем наверх. Поднимайся. Мы убьем этого чмошника. И залутаем все, что мне нужно. А! Ты откуда тут нахрен пошел? А! Нет, 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 чтобы описать боль и унижение, которое я испытал сегодня. Да, боль и унижение в этой игре, это да. Слушай, мудак, я не в настроении, иди нахер отсюда. Я только что потеряла 3 кадуш, просто потому что гребаные, блин, крыши. Человек-павук. А, не, у меня души сверху. Кайф. Тихо, тихо, тихо. Оставь его там, оставь его там. Нет, не надо. Не надо. Так, путеводитель. Мы не можем его прочитать почему-то. Ладно, спуститься. Так, хорошо, что души хотя бы наверху остались, а не внизу. А то я уже думала, куда, блин, мне пойти. Так, окей, этого добили. Так, вот это вот. То у меня тут, конечно, сложности. Так, тусклый осколок. Угу. Hair and Beauty Salon. Постой, я чувствую что-то странное. Ох ты ж, это ж бабочка. Это что, бабочка? Почему Эрго так реагирует? Если хочешь проверить, я тебя проведу. Что это? Куда проведешь? Ну пошли. За бабочкой? Куда? Ну веди меня, давай. Куда? Куда ты меня поведешь? Вниз? Не... Пространственная бабочка. Время от времени пространственная бабочка появляется в некоторых районах Крата. Лампа Монат может обнаружить бабочку. Она загорается красным, отмечая ее местоположение. Бабочка появляется, когда персонаж окажется рядом с ней. Спустя определенное время бабочка исчезнет в другое измерение. Убейте ее, чтобы получить полезные материалы. А, ее надо было убить? Какая кровожадная игра. Да за шо? Бедную бабулечку. Бабочка-бабулечка. Ты за Пиноккио играешь, а не за Шалтай-Болтай. Хватит падать. Да не могу. У меня проблемы, блин, с координацией. Так, мне сейчас вниз, походу, надо, да? Так, тут кто-то нападает? Или не нападает? Тут в этой игре любят в крысу нападать. Нет, не разбивается? Ну ладно. Так, а вот это что? Изучить. Осторожнее, каменная болезнь, закрыта на карантин, посторонним вход запрещен. Я не изучила до конца. А местные жители больны душой и телом, не разговаривайте с ними. Чат. У нас чат на карантине или нет? Мы больны душой и телом? Или нет, что скажете? Так, похоже, как будто это арена для босса. Но там выход не закрыт. Странно.
Странно, странно, странно. Ой-ой-ой, как нехорошо. Тут какая-то женщина, с ней можно поговорить? Ой, Бладборнушка родной. Ох, ты должно быть впервые в зоне карантина по каменной болезни. Большинство людей здесь ждет только смерть. Ты добрый самаритянин, раз пришел сюда. Большинство людей... А, за это я прочитала. Могу ли я обратиться с просьбой? Мои родные выслали меня сюда, отобрав у меня дочь. Они сказали, что поступают так для моего же блага. Но все же это был бессердечный поступок. Ребенок должен быть с матерью. Сходи в ратушу Крата и принеси мне мою девочку. Ну, давай найду ее еще. Спасибо тебе, добрая душа. Наконец-то я вновь увижу личико моей милой Елены. Поспеши. Мои глаза затягивают твердые наросты. Жуть какая. Пока я еще не потеряла зрение. Она сказала, что ребенок в ратуше. Проверим. Надеюсь, все целы. Или целы. Целы или целы, как думаете? Обманула дурака на 4 кулака. Нет, не обманула, сука! Извините. Я больше так не буду. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй, пес! Блин, я не хочу с тобой драться, если честно. Уйдите! Уйдите, 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 уйдите! Уйдите, уйдите, сказала. Ах ты, сука, а ну пошел вон, отойди от меня. Да почему я по нему не попадаю в упор? Ах, да, ты блок ставишь, ни хрена себе, что ты умеешь. Ребят, я вот серьезно не хочу с вами сражаться, уйдите, пожалуйста, отстаньте от меня, угу. Так, там какой-то... Блин, надо туда. А за мной гоняются эти два шпиндика. Блин, а как же мне их победить? Подожди, давайте я похилюсь. Блин, меня добили. Офигеть. Уничтожьте оружие врага идеальным блоком. Получила какую-то ачивку. Мне понравилось, как ты кричишь. Такая же ситуация была в РГГ в паровозик. Паровозик сраный. Паровозик чух-чух-чух. Паровозик чух-чух-чух. Так, а я могу здесь спуститься уже вниз? Или мне надо опять этот путь весь пройти? Вот, я могу вот здесь спуститься. Так, лунный камень тьмы. Там какой-то чувак. Ну подожди, мы туда еще не идем. Вот я помню точно, вот эти две собаки были. Неотложная помощь Джимини. А что вот это вот током что-то бьет? Это типа его обходить надо, его трогать не надо?
Так, тут что-то наверх надо. Блин, походу я не там упала. Слушайте. Ой, опять элитный моб. Да ёкарный бабай, а можно без тебя, пожалуйста? Не хочу с тобой драться, ну серьезно. Очень, наверное, не хочу. О, так вот мои души. Лол. Я поставила блок! Видели? Жесть! Как же я хороша! Как мощны мои лапища! А почему собаку нельзя в спину убить? Что за трясня? Ой! Ах ты мудак! Как же хороша! Как же я хороша, чат! Может, я все-таки не так плоха в соусах, как думала? М? Блин, что с одной стороны, что с другой, элитные мобы. Не хочу с ними драться, это максимально неприятно. Так, сколько у меня душ? Почти 4000. Вот сюда я хотела еще зайти. Так, что у нас тут? Ничего. Походу ничего. О, лифт какой-то. Давайте в лифт зайдем. Это шорткат, походу, тот самый, который лифт был, да? Не на каркой? Так, главное, чтобы тут на меня ничего не упало вдруг. Поднять рычаг. Ой, я каталась в таких лифтах, в которых нет двери. Ой, с другой стороны. Ага, да, вот он, шорткатик. Да, шорткатик открыли. Дальше идем вниз. Так, только куда идти дальше? Карты, естественно, тут нету. Карта, она как бы для слабых, да? Поэтому карты тут нет. Поточим наше оружие. Нет, так неудобно сидеть, к сожалению. Куснул бутылку и сломал зубки. Ну, Фромки, ну как так? Ну, зубки, береги же. Береги зубоньки свои. Так, вот чувак один. Но я оттуда прибежала. Там вон что-то почитать можно. Блин, подраться, что ли, с ним? Так не хочется, если честно. Телепорт. Ой, нет, телепорт нам не нужен. Ой, тихо. Я случайно прожала супер удар, ну ёб твою налево. Ой, господи Иисусе, так, отключаем вот это. Блин, а супер удар бы мне сейчас понадобился. Блин, ну мне туда надо. Надо. Блин, что ж делать-то, а? Обезьяне хер приделать, что ли? Вот они, истинные фанаты Эли. Это ты о чем? Ай-яй-яй, не успела блок поставить. Меня убили. Ладно. Вершится обман. Оу май гад. Так, ну мы открыли шорткатик. Это уже хорошо. Мы сейчас просто на этом спустимся и доберемся. Сколько время, кстати? 9. Я не думаю, кстати, что я еще долго буду стримить. Пойду отдохну. Так, блин, а как бы... А, не срабатывает, да? Вот так, окей, поняла. Так, души мы забрали. У меня теперь 4000 душ. Так, тут еще есть кто-то, с кем надо сражаться. Ну, тут я вроде все пособирала уже. И драться даже не с кем. Поворотика там тоже никакого нет. Значит, только к элитке идти надо.
А где сюжет? Что-то однообразно. Так это Souls-like. Какой сюжет вы хотите здесь? В Souls-ах мало сюжета. А я поставила блок. А, да. Ладно, тут я не ожидала. А я так понял, большие пробивают блок, а нет, когда красным горит это самое, ой, нам не сюда, а когда моб горит красным, это значит проходит типа яростная атака. Яростная атака блокируется только суперблоком. Вот, а суперблок это буквально за секунду до удара нужно прожать. Да ну, ты серьезно? Ну давай, подходи. Хорошо, что тут хоть души всем забираются, они не режутся при смерти. Ну давай. Блин, второй удар, третий, да что ж такое? Да я же ставлю блок, ну ёб твою мать. Ладно, первый удар проходит вне блока. Второй-то как, если я держу, блядь, блок? Ой. Да, хп тратится от блока, но не так, как если бы тебе попали в прям сразу. Вот, оно типа блокируется, и у тебя появляется часть хп, которую ты можешь отрегенить, если ты будешь сразу бить босса. Сейчас попробуем его в который раз. Блять, ну вот. Во, видели, сработал идеальный. А вот теперь не сработал, блять. Господи Иисусе, я не смогла отойти. Слава богу, хотя бы этот шорткат есть. Ой, я хилку случайно прожала, ё-моё. Жопа бабуина, блин. Да, правда, закончилась подписка у тебя.
что у меня давление опять что ли бахает. Мне хреново становится, жарко, душно. Хочется открыть окошечко. Так, вот эту надо. А, у меня больше нету этих, поняла. Так. Он мне... Да, блядь, он... Он мне... Он пробивает мою суператаку. Что за дресня, блядь? Я не могу побить, блядь, обычного элитного моба. Все, он сломался снова. Это что-то с Рутони, короче. Просто что-то с Рутони сегодня. Я не знаю, что с ним... Не сюда, нам сюда. Я хочу дойти до следующей сохранялки. Наверное, на сегодня все. Ой. Ой. Просто пробежать, ну его нахрен. Или нет. А что вы тут, кстати, наверху? А, я тут не смогу, наверное, пройти, да? Приседать он не умеет. Давайте попробуем просто пробежать. Посмотрим, что тут будет. А, ну так это я отсюда пришла, лол. Ай-яй-яй, пошел в жопу. Я отсюда пришла, значит, мне сюда не надо. А куда мне тогда надо? Вопрос. Он прибежит ко мне! Бежим! Блядь! Кыш отсюда! Пес! Я в домике! Спасибо, послушный мальчишка. Господи, какая же жесть! Может, оружие другое? Да не, мне это нравится, зачем? Так, вот, да, нет, не то, вот так. Ну, пойдем прямо, пойдем, я не понимаю. Вот это вот еще, что меня бесит в Souls-like играх. Здесь нет карты, и непонятно, куда нахрен здесь идти. А, здесь еще сзади, да, какие-то люди? Все, всех победили. Так, вот здесь что-то можно наверх. Сейчас, подождите. Подождите, а я еще куда-то заходила? Ой, тоже элитка. Блин, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. Хотя этого вроде должно быть полегче побить, но я не хочу с ним. Не-не-не, наверх идем. Что там наверху будет? Барсик? А, так это тоже откуда я пришла? Так, у меня горит лампа. И где? Нет? Бедная бабочка, прости. Нет. Лунный камень тьмы мне дали. Окей. А больше здесь идти... Уля, висят.
А куда же здесь еще идти-то, я не понимаю. Хотя подождите, вот здесь можно сверху посмотреть, куда пройдет дальше, если вот элитка тут же. Вот эта элитка, да, белая ходит. Блять, мудак! Рот твой наоборот, пойду его жахну. Подождите, чат. Испугал меня. Ай-яй-яй. Нет-нет-нет, ты же меня сейчас убьешь, ах ты козел! Сука такая! Барсик, не убили. Разберись с ними быстренько. Нельзя Элинку обижать. Так, если не ошибаюсь... Господи, я еще буду вспомнить, куда мне идти. Сюда вроде. Хватит, все. Так, вот где-то тут я потеряла все свое барахло. Хорошо. Вот оно, да. Мое барахлишко. Мои 5000 душ. Ай, да что? Все, ты помер? Ты помер, отлично. Так, давайте похилимся. Ой. Короче, если быть точнее, то прохождение максимально скучное, да? Ой, блядь! То есть, пока ты не поставишь цель, оно скиллы свои будет в пустоту кидать, да? Прикольно. Прикольно. Так, импульсная ампула разряжена. Атакуйте врагов оружием для зарядки импульсных ампул. Хорошо, попозже, подождите. Мне нужно вот тут вот глянуть. Так, вот так мы стоим. Да, вот он белый. Так, и... Ну, дальше, типа, тут никуда ничего нету. Тут только одна штучка, которую мы можем забрать. И все. И все. О, сундук. Блин. Ну, надо, наверное, спуститься, получается. Нет-нет-нет, ну что ж ты делаешь, господи? Все, всех убили. Элитка не заметила нас, хорошо. Так, вот тут как пройти, ё-моё? Ну ты серьезно? Пожалуйста, не бей меня током. Класс, оказывается, тут вот так действует. Окей, будем знать. Так, и зачем мы сюда пришли? Ну-ка, покажите. Стандартный изолирующий преобразователь. О, это хорошо. Ну-ка, давайте попробуем поставить его. Так, это вот здесь. А, вот это преобразователь. Так, экипировать. Вот это вот есть. Чем оно лучше? Вес чуть больше. Снижение физурона больше. А, ну все больше. Окей, значит, берем его тогда, да? Угу. Понял, принял. Информация о персонаже. Окей. А, подождите, а давайте все глянем, что тут есть. Так, это максимально, это ничего, понятно. Так, что у нас здесь? Здесь мы ничего не можем. А, переключить отображение, но это не то. Почему же оно... О, амулеты, я что-то могу на амулеты бахнуть. Повышает максимум ОЗ. Давай, давай, мне нравится. Так, а сюда что мы можем поставить? Только вот это, да? Расходуемые предметы, тут все понятно. Так, я хочу сейчас тихонечко-легонечко, пока нету, вот пока не будет этого чувака, хочу забрать вот то и быстро опять на лестницу бахнуть, чтобы его не убивать. Блин, максимальное прохождение соуса по стелсу. Вы когда-нибудь такое видели?
Ха-ха, плохо. А кто со мной разговаривал здесь? Вот здесь? Главное, с окна, чтобы никто не выпрыгнул. А, вот здесь, наверное. Кто это? Это ты, Мёрфи? О, видимо, нет. Прости, мне показалось, что ты мой друг Мёрфи. Мёрфи полицейский, он просто потрясающий. Он марионетка, так что даже каменная болезнь ему не страшна. Хотелось бы мне быть как он. Лучше уходи, чтобы не заразиться от меня. Ну ладно. Ой-ой-ой! 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 Нет-нет-нет, ползи! Пока говорила, этот чувак пришел. Нехороший. Нехороший чувак. Так. Если спуститься здесь вниз, там, значит, собаки, да? Блин, ну я не понимаю, куда мне идти-то надо. Вот серьезно вам говорю. Но это мы придем к другой элитке, которую я оббегала. Да, Барсик, иду. Так. Скучная игра. Ну, это Souls, он всегда скучный. Здесь максимум, что может быть не скучного, это моя бомбежка. Так, ладно, сюда мы не идем. Мы идем сюда. Вот здесь мы сейчас спустимся. Блин. Меня убили, да? Вот это вот, конечно, конченая херня, что оно бьет только одну какую-то цель, ну или две, которые близко к одной цели, то есть переключаться между целями здесь вообще сложно. Короче, солнце, такие солнце, господи. Так, и где я умерла? Найти бы мои души. Вот кто это светился тут, да? Может быть, вот сюда мне, кстати, и надо было. Так, ну-ка, давай пойдем. Пойдем вот сюда. Тут мы сейчас спустимся. Ну, значит, и не будем стримить эту игру. Я даже рада, что вам не понравилось. Потому что я это не хочу гореть в соусе, если честно. Так, Собика надо убить. Так, и вот сюда мы идем. Вон они, мои души. Души-душеньки мои. Души-душеньки мои. Давайте сначала пробежим и заберем души, да? Угу. Так, теперь вот так. Поехали. Да, блядь, я же нажимаю перекат. Ну, грёбаный ты мудак. И знаете, что самый прикол? Если в таких играх попадаются какие-то такие моменты по типу какое-то топорное управление галимо или какие-то баги, на это не будут жаловаться ребята, которые играют в соусы, потому что они привыкли, что их дерут в жопу без смазки. Ну, то есть для них это типа вполне нормально. Привет, Сереженька. Да, да, играю в нее самую. Так, что у нас тут? Тут ничего. Лунный камень. Так, давай-ка сделаем
вот так. Пойдем, подождем. И пойдем. Ай, ты сука! Вот это, блин, какой мудак это сделал! Кто придумал, блядь, эту фишку игры, когда тебе из-за угла, сука, кто-то вылазит? Рот твой наоборот, что тебя в жопотан трахнули без смазки, блин. Ну какой конченый, сука, блин, не могу. Я же пугаюсь. Козел. Я вернулся, как ты тут страдаешь? Мне обижают, масма. Очень сильно обижают. Здесь радует то, что движок Unreal 5 без ограничений 60 кадров. Ну, у меня лично в OBS ограничение 60 кадров, поэтому игру приходится ставить на 60 кадров. Классно! Уи! Надо, блин, все-таки будет установить этот самый себе... Ты просто красавчик, брат! Молодец, другую программу от Stream Elements, что ли. И это... посмотреть, лагает ли там так же или нет. Я тоже со спины девочек пугающе качу. Понятно. Блин, ну я не понимаю, вот все, я пришла в тупик. Я не понимаю, куда тут идти. Я уже обошла все, я уже убила всех мобов, кроме элиток. Кого? Куда мне идти дальше? Что мне делать? А, да? Понятно, спасибо. Мост алхимиков, пасмурное утро. Окей, спасибо. Purge Puppets. А, насколько я помню, короче, разработчики вот эту вот штуку, здесь была другая вывеска, они ее поменяли, потому что кто-то мог подумать, что тут какой-то типа харассмент написан. Привет, Гуля. Привет, мой хороший. Ты активировал ключ? У тебя все нормально? Выходи, Джапетта! Ты за многое должен ответить. Шо, осёл? Ты же знаешь, почему марионетки сошли с ума. Ты их создатель, практически их отец. Это все ваши с алхимиками махинации. Скажи мне правду. Что тебе? Мне нужен старик. Проваливай. Постой, я тебя знаю. Точнее, я знаю, что ты такое. Ты дьявольская марионетка. Мимо меня не пройдешь, умри! Это босс, что ли? Это босс. А я сейчас умру! А я сейчас умру! А я сейчас умру! Да блядь, перестань! Я сейчас умру, ну перестань! Да я не люблю Гульман Соулс, для меня это какашка. Мне просто нравится дизайн игры, он такой красивый, такой классный. Вот, а то, что это Соулс, это дерьмо собачье. Извините. Извините, если обидела всех любителей соусов, но, типа, это... Я ненавижу соусы. Это дрочь какой-то. Ну, игра вообще не для меня. Вот. Но я в нее страдаю, потому что мне нравится дизайн. Вот если бы эта игра была бы не соусом, господи, вы бы меня потеряли. Я бы здесь была бы, я бы все здесь вот это делала. Вот. А так здесь ни сюжетки, ни хрена. Ну давай, чё, ты мне покажешь, у меня в глазу чё-то, блин. Геймпад с плойкой подрубить нет? А зачем? У меня игра-то на компе. Игру с геймпада играть надо. Да тут не важно, с чего ты играешь. Это дрочь соловский, понимаете? Ты просто дрочишь мобиков. На них ты типа фармишься, становишься сильнее. И потом перекачанный проходишь игру. Ну типа это если по самому простому идти, да?
Вот. То есть, ну, здесь управление говна, но будем откровенны. Оно не срабатывает тогда, когда надо. Ну давай, чё. А, да, тройная атака. И мне все три нужно заблокировать, да? И что, что на компе, на геймпаде все играют в такое? Ну, классно им, пускай играют. Я тут при чем? Всем и соусы нравятся, потому что они дрочат там. Ну, не всем, но многим. Мне не нравится. Я не хочу. Мне на компьютере проще. Понятное дело, что здесь управление под геймпад сделано, оно видно. Но тут дело вообще не в этом абсолютно. Ладно, в принципе, до него бежать недалеко. Надо два удара блок, два удара блок. Да я же поставила, блядь, блок! Ну ты чё, прикалываешься? Ой, блядь, грёбаная игра, сука, как же ты меня бесишь! Почему сейчас поменялась тактика, галактика? А ты не можешь? А почему? А, вот. Соси, писюн. Членяку соси, мразь, извините. Бесит меня. Я требовал правды, а теперь мне стыдно за своих товарищей. Хватит матом на Ярик. Да я не могу, у меня это соус, понимаешь? Я не буду играть в соус. Мы сейчас закончим, мы дойдем до точки сохранения, и все, я не пойду больше в эту игру. Так, итак, что тут такое? Я вся в крови. Уже не в масле. Что за голоса были? Наконец-то мы встретились, сынок. Сбылась моя мечта, когда я вижу тебя таким. Я понимаю, почему некоторые люди меня ненавидят. Ведь именно я изобрел марионеток. Как их создатель, я должен принять на себя ответственность. Но для этого мне нужно разобраться с марионетками в ратуше. Поможешь мне, сынок? Вот, возьми. Это тебе пригодится. Так, облачение безумного осла. К
ключ. Так, сборочный станок. Ой, мне надо, кстати, поточить себя. Ой, G, R. Так, это все есть. А теперь, так, снаряжение. Расход, так, костюм, аксессуар. Маска безумного осла. Маска человека, слепо ищущего истину. Сумасшедший хотел найти истинную правду. Ослепленный своим упорством, он увидел приближение смерти. Ну, ладно, давайте за осла поиграем. Че? Жесть. Всем из бременских музыкантов чешу. Блин, у меня 7000 душ, охренеть. Надо пойти покачаться. Я хочу знать все о том, что с тобой произошло, но сейчас не время. Открой мостовую дверь ключом гвардейцев, зайди и избавься от обезумевших марионеток, захвативших ратушу. Встретимся в отеле Крат, когда закончишь. Так, а сохраненочка нет, не будет? А, вон она впереди, поняла. Так, вот тут что-то можно забрать. Лунный камень тьмы. А для чего лунные камни нужны? Для проточки какой-то? Или что? Хотя вообще, на самом деле, игра мне нравится. Но несмотря на то, что это Souls, мне игра нравится. Но я не уверена, что я действительно хочу в нее играть. Но типа, блин, у меня вот это, знаете, такое, типа, на весах вот это вот непонятное. Вот, мне не нравятся соусы, но мне нравится игра. И вроде бы я вот реально за сегодня, за 2,5 часа я прошла больше, чем я тогда за весь стрим прошла в демке. Вот, и как бы... я вот думаю... Но на стриме я точно не хочу ее проходить. Во-первых, она вам не понравилась, она скучная, да? Здесь нет сюжета, и я матюгаюсь матом очень сильно. Если мне таким голосом скажешь, поможешь мне, то я последние трусы отдам, лишь бы помочь. Чего? Что? Где? Когда? А ты какую там сложность выбрала? Может, легкую? Тут нет сложности! Тут нет сложности! Вот в чем прикол. Иначе я бы так не ругалась. Так, использовать. Так ты об этом инструменте для сборки оружия говорил. Если найдешь еще оружие, попробуем чего-нибудь сделать с ним здесь. Так, телепортироваться к другому, сменить руку легиона. А зачем руку менять? Как ее менять? Ее никак не менять, изменить. А, ну типа на вот эту. Не поняла. Так, сборка оружия. Собирайте оружие у Евгении в отеле или у Старгейзер в разных областях. Разделяйте ваше оружие на клинки и рукояти и собирайте новое, соответствующее боевому стилю вашего персонажа. Свойства оружия зависят от сочетания рукояти и клинка. Собрать новое оружие или вот это? Клинок ледяной рапиры, рукоять ледяной рапиры. Да мне ничего другое пока не надо. Ну, допустим, собрать новое. У меня есть только клинок ледяной рапиры, да? Так у меня нету ни клинка, ни рукояти, у меня ничего нету. Сборка оружия, использовать хранение... Подождите, а почему здесь нету прокачки? Телепортироваться к другому старгейзеру. Вы можете перемещаться от одного старгейзера к другому. Перемещение доступно только к активированным старгейзерам. Старгейзеры в областях с событием помечаются. Отель Крат, ратуша Крат. Ну давайте в отель. Давайте в отель тогда пойдем. А мы, кстати, сейчас где, чтобы, если что, телепортироваться потом? Где мы вообще? Блин, его знает, где мы, да? Думаю, по ходу игры будет открываться. Кто будет открываться? Сложность легкая. Трехэтажный мат, средний обычный мат, тяжелый словарный понос. Легенда, хватит хвалить и обливать геймплей. Ну, кстати, да, подходит, подходит. Подходит, подходит. Так, сборка оружия, сменить... Так, получается, телепортироваться. Мы в отель Крат телепортируемся. Потому что у меня 7000 душ, да, или сколько там? Мне нужно их про это... проделать что-то. Ты про прокачку? А, да нет. До этого было у старгейзеров. Так, здравствуйте, мадам. Поговорить. Я воспользуюсь своей силой, чтобы помочь тебе. Так, поговорить.
об Эрго. Эрго — чудо, благодаря которому Крат расцвел. Без Эрго не было бы автоматических марионеток, обогативших Крат. Ты двигаешься, пользуясь силой Эрго внутри тебя. Собери больше Эрго, так ты станешь сильнее. В сказаниях Крата сверчок часто выступает проводником, поэтому эти автоматические модели снискали популярность. Но Джимини уникален, он не просто проводник. Узнав его получше, ты поймешь, о чем я. Понятно. Так, новый уровень. А, мне нужна... А что мне нужно? Подождите. Вот, либо вот это, либо вот это. Выучка или подвижность? Давайте подвижность бахнем. Вот, все, нормально, повысить уровень. Рука легиона — это выучка, кстати, да? Талант, оружие, оружие... А, талант — это суперудар, который, да? А, ну подвижность тоже у меня везде. Так, ну все вроде. Так, а теперь у меня вопрос. А я что, отсюда телепортироваться не смогу, да? Ха! А как... А, вот, Старгейзера, нормально. Так, подождите, тут была девчуха, я хочу к девчухе. Может, она мне что-то сможет сделать с оружкой или нет? Так, улучшить оружие. Улучшение оружия. Принесите Евгении лунный камень, чтобы улучшить клинок. После улучшения сила атаки оружия повысится. Некоторые клинки можно улучшить только с помощью особого лунного камня. Так, у меня есть 5 лунных камней. Оружие менять я не хочу, я пока что буду с этой лапилой. Поэтому давай улучшать его. Все. И дальше лунных камней у меня не хватает. У меня ледяной клинок только на плюс 2, да? Окей. Так, изменить рукоять. Изменить... Так, принесите заводные ручки, чтобы изменить рукояти оружия. Свойства каждой рукояти улучшаются в соответствии с новыми способностями вашего персонажа. Свойства и класс можно поменять один раз, изменив рукоять. Однако вы всегда сможете сделать сброс за счет заводной ручки баланса. То есть тут заводными ручками качаются статы. Охренеть. Статы в этой... В рукояти? Или я что-то не поняла? Жесть. Так, сборка оружия. Ну, сборка оружия, это понятно. Так, поговорить. О Старгейзер. Старгейзер — устройство для выживания, которым пользуются гвардейцы. Оно получает питание, накапливая и поглощая эргоспоры в воздухе. Гвардейцы установили старгейзеры по всему городу. Если их восстановить, мы сможем ими воспользоваться. Об обучении. Если хочешь испытать свои навыки или новые техники, тебе в сад. Гвардейцы схватили марионетку, чтобы учиться на ней. Не смотри на меня так. Все ненавидят марионеток. Я знаю, на чьей ты стороне. Так, закрыть. Ну все, в принципе, я все сделала. Что такое, Ванечка? Так, а теперь использовать телепорт. А, телепортироваться к другому Старгейзеру. Ну, наверное, ратуша, да, у нас? Скин говна. Он был секси в обычном готическом костюме. А это мне для квеста выдали, я так поняла. Мне нужно пробраться. Что... Или без разницы, в каком костюме я буду. Есть разница или нет, кто знает? Так. Да ну, серьезно? Ай-яй-яй, меня пес кусил. Вот пес. Вот пес, конечно, пес. Блин, я хотела до сохранения, а теперь хочу дальше пройти. Ну что такое? Ладно, короче, сидим до 11, да? Вот так, мне кажется, и становятся этими любителями соусов, да? Тут ничего больше нету, вроде нету. Так, здравствуйте.
да чего вы смеетесь? Не смейтесь, ребят. Ну что же вы? Я ослик и а. Ух ты, тут кого-то вообще раз это самое. Это типа каменная болезнь. Жесть. Это жестко. Так, это шорткатик какой-то. А, это вот этот. Тут был шорткат. Охренеть. Я даже не видела. Офигеть. Или... А, нет, это не то. Это чуток не то. Ну ладно, ничего, тоже нормально. Так, давайте проточим наше оружие. Ну да, кстати, костюм говна. Хочется обратно мальчика на это напялить на себя. Так, нам вроде в ратушу надо, да? И очистить ратушу. Юлечка, здравствуйте. Так, есть тут кто нападет? Ой, блин, там элитка. Не хочу с элиткой сражаться. Вестники Крата. Задумка господина Винини сделать марионетку для ратуши в виде веселого героя полицейского закончилась неудачей. Его стремление подарить горожанам надежного друга и сильного защитника, побеждающего преступников, было правильным, но оказалось чрезмерным. Из-за избыточного заряда аккумулятора новой марионеткой превысил емкость, что вызвало цепные взрывы, сбои и серьезные повреждения тела. Городской совет рекомендовал избавиться от марионетки на том основании, что ее внешний вид пугает посетителей, но господин Винини и налогоплательщики выразили против. Протест, помешав исполнению плана совета. Марионетка и по сей день лежит брошенной позади ратуши, пока идет судебное разбирательство. Что любопытно, даже безнадзорная марионетка выполняет какую-то часть своих изначальных функций. Особенно это нравится детям. Они в восторге от игры с отзывчивой куклой. В итоге ратушу начали осаждать малыши из трущоб, доставляя неудобства посетителям. Городской совет рассматривает возможность выставлять марионетку лишь периодически. Блин, я не хочу с ним драться. Ой, а что тут на дереве написано? Will you be my friend? Какая милота. Блин, подеремся или не подеремся? Нет, здесь нет выживших. Что будем делать? Просто отдадим ей эту марионетку-младенца? Так, мужик, а давай ты не будешь на меня нападать, пожалуйста. Давай я вот за деревом спрячусь. А? Нет? Ну, мужик, уходи. Вот ласочка. Спасибо. Спасибо, спасибо. Спасибо. Блин, так, изучить. Будешь моим другом? Все ушли и оставили меня в одиночестве. Грустно как. Так, нужно будет еще вернуться к той девке. А я уже не помню, где мы, кстати, квест брали. Блин, я не помню, где мы с девкой разговаривали и брали у нее квест, которая хотела ребенка своего увидеть. Ай, блин. Так, что тут есть еще такого интересного? Вроде полутаться особо тут не, ничего нету такого. О, сундук, здравствуйте. Так, тут никто не нападет из-за угла, надеюсь. Волшебное дерево. Ну да, родственник там же попросили вроде найти. Так, амулет разрушителя марионеток. Это давайте сейчас наденем. Амулет у меня есть второе место. Вот, повышает наносимый урон марионеткам. А тут бывает еще какой-то не марионеткам урон. Подождите, ничего не поняла. А, вот это вот. Вот две марионетки. Хорошо. Так. То есть мы тут будем помимо марионеток еще и с людьми, что ли? А, ну мы же дрались с человеком, лол, реально. Че я туплю-то? Так, это что такое? Призыв призрака. Звездный осколок потратить, чтобы пробудить призрака. Ой, опять Bloodborne, что ли? Это типа друга вызвать или что? Что за призрак-то? Это мы сейчас к боссу пойдем? О май гад, о май гад. Ну давай, ладно, изучить. Звездный этот.
Хотя нет, это больше Elden Ring, наверное, чем Bloodborne. Мне почему-то кажется. Переоденься в красивое. Ты не выносишь взгляда этого ослика? Ослик, кстати, очень милый. Ну, тут сейчас босс будет какой-то. И мне наваляют, кстати. Мазилыч, давай ставку. Маска что-то дает или тонкий намек на... от разрабов не стоит? Кажись, он криповый. Он как павук. Бракованный смотритель, здравствуйте. А у меня хп нет. Ой, кто-то пришел ко мне. Ай, меня шотнуло, лол. Как вы? Это твой призрак пришел? Не, я просто подумала, мало ли, может, это какой-то чувак пришел ко мне в виде призрака, типа. Блин, так. Ну ладно, давайте... Ой, сменим одежку нашу, да? Могу быть вот таким осликом, хотите? Хотя не, фигня какая-то, да? Ладно, снимем маску. Так, сейчас, секундочку. Так, нет, маску мы снимем, костюм, ой, нет, подожди, тут есть вот снять, все, красивый мальчик у нас. Так, кажется, вот это был шорткат, вот это был шорткат, или нет, или да. Я же поставила блок, ну ее просто... Да что, в смысле? Да я же ставлю! Ой, блин, конченые соусы бесят меня! Я все хп потратила, блядь! Я сейчас умру от мобов, это нормально? Вкусно! Писюны! Ням-нямка! Ай, жесть! Как далеко прошли? Ну, мы дошли до третьего босса, я так понимаю. Походу, надо было тогда заканчивать. Нет, я хочу босса пройти. Блин, я души потеряла, но у меня там немного вроде было. Та-та-та-та-та. А поставили ставку, да? Что-то я смотрю, никто особо и не поставил, да? Прогноз начался 3 минуты назад. Сколько попыток потребуется? Прогноз закрыт. Да ну, фигня какая-то. Мазилыч, удаляй ставку и ставь нормальную, давай. Ставь нормальную ставку, чтобы эти баллы были, да? Я не буду делать больше со всем уважением. Почему? Не захотели поставить? Да просто я не озвучила, скорее всего. Оно ж не всегда видно в чате.
Делаешь комплименты, а их не читают. Пойду в углу погрущу. Какие комплименты? Ты такая красивая, твой разрез в виде сердечка тоже великолепен. Спасибо. Сейчас, секунду, папе отвечу. Так, стоп, чат, отмена. Хотя вы уже там все поставили. Я это просто думаю, может действительно поставить, как Юлька написала, типа, пройдем ли босса сегодня? Ну, типа, сегодня да или нет? Вот, и как вам такое? Может реально так и сделать? Ну-ка, давайте прогноз. Почему я не могу отменить свою же ставку? Что за прикол? Удалить, вот. Удалить, вернуть баллы. Все. Так, начать прогноз. Пройдем ли босса сегодня? Это хороший вопрос. Вот это уже тут под вопросом. За одну попытку я точно не пройду. Так, давайте, 5 минут. 5 минут ставочка. Вот, можете закидывать ваши баллы. А я пошла уже на босса, получается. За баллы, да. За баллы, да. Ту-ту-ру-ту. Ой, не то сделала. Так, вот мои, кстати, души надо забрать. Ты чё, пёс? По очереди, псы! Да блин, да вы чё? Я до босса не могу дойти, что за фигня, блин, нахрен! Я называю их ебалы. Электронные ведь. Ну, кстати, да, неплохо, неплохо. Блин, шея болит. Здорово, Алекс, здорово. Так, поехали. За деньги, да, за деньги, да. Все хорошо, пока идем. И каждый получит по ебалу. Нормалек, мне нравится, мне нравится. Так, пока что легчайшие были мобы. Так. Используйте звездный осколок неподалеку от босса, чтобы призвать призрака из зова пустоты. Это поможет вашему персонажу пережить сражение. Ну, блин, ладно, давай. У меня их, правда, осталось не так уж и много. 52к на кону, Элечка, не подведи. Хорошо, хорошо. Так, ну поехали. С богом. Да хорош, блядь!
меня выносливость закончилась. Ай-яй-яй. Доброе утро, девочки. Доброе утро. Нет! Хорош! Блин, я где-то видела такой скилл. Какого-то босса я уже видела. Вставай, штанишки одевай! Блин, пол хп. Да блин, не! Сука. Жесть. Так. Попытка номер два. Поехали. Ну я уже половину хп ему снесла. Пока его призрак отвлекал, я ему в жопу натыкала. Это нормально. Блин, а тут нет нигде... А у меня нет душ, блин. Хотя у меня есть эргокапсулы всякие. Мне бы магазинчик какой-нибудь, чтобы... Бимб купить. Давай. Чтобы каких-нибудь бимб купить. Ах ты вот пес. Успел заблочить. Нехороший человечишка. О, у меня души вынесли. Ничего себе, как хорошо. Блин, может пойти как раз купить тогда. Слушайте, а пойдем вернемся, я куплю бимб всяких. С бимбами интересней. Выносливость, правда, кончается вообще пипец быстро. Так, а где можно купить бимбы? Наверное, в самой начальной локации, что ли? Где еще продавец был? У лифта был. Так, в доме на бульваре Элизион. О, там, кстати, и куклу надо отдать. Жесть. Ну-ка, пойдемте проверим. А это что, очередная соус-лайк игруха? Да, к сожалению, да. Опять соус. Так, блин, как же мне понять, куда мне пойти, чтобы сдать эту игрульку? Я не помню. Кажется, это было рядом с белым чуваком или нет? Или там мужик был рядом с белым чуваком? Я не помню. Хоть ты лопни, хоть ты тресни. Ой, там что-то синенькое, я не забрала. Письмо окоченевшего человека. «Моя Луиза, Шарлотта, мое сокровище, я ничего не слышу. Мне кажется, улицы уже мертвы. Ничего, кроме тишины. Полагаю, что я тоже скоро стану еще одним окаменевшим трупом. Я еще помню твое пение и то, как Шарлотта разглядывала картинки в книжке. Я так по всему этому скучаю. Как хорошо, что я успел отправить вас с Шарлоттой в убежище в сборе». А поскорее бы закончился этот кошмар, если бы только вы с детьми могли вернуться. Я люблю тебя, Луиза. Молю, чтобы вам ничего не угрожало. Угу, понятно. Что мне там, что мне там? Так, а, это я возвращаюсь. Это не то. Это я возвращаюсь, это не то. Так, это мы идем сюда, теперь сюда. А что этот мужик тут делает? Звездный осколок. Так, это я сверху упала, получается. Да, это я сверху упала, и я пришла сюда к этому типу. Так,
Куда же идти тогда? Сейчас, подождите, надо подумать. Идемте тогда вперед. Получается, сюда пойдем. Ах ты, сука, я не успела зарядить. Ладно. Так, бросательная ампула. Это, кстати, очень хорошо. Мне она как раз нужна была. Я бы ее купила. Так, что мне тут дадут? Обойма легиона. Ой, это неплохо, очень даже неплохо. Так, идемте наверх, этого дурачка жахнем, да? Сделай людям хорошо, не пройди босса. Ну, тут как получится. Я уже на самом деле уставшая, у меня плечо болит очень, давай. Не падай, главное, спасибо. Так. Так. А, вот, вот здесь будет тип, по идее, или нет? Нет, я вспомнила, где тип. Господи Иисусе, он же вообще не здесь. Так, а, кстати, что по поводу женщины? Вон, вон там, кажется, окно. Вот, да. Ты нашел ее, добрая душа. Я чувствую ее даже издалека, моя крошка Елена. Дай мне ее подержать. Сюда, девочка моя, я так по тебе скучала. Что скажешь? Разве у меня не замечательная дочка? Очень милая девочка. Верно, добрая душа. Ты исполнил мое единственное желание. Моя крошка Елена, теперь мы будем счастливы. Больше драмы. Ну, могу заплакать, Глюш, хочешь, чтобы было больше драмы? Спасибо тебе, добрая душа. Прими сердечную благодарность. Please accept my heartfelt gratitude. О, мне дали какую-то штуку и еще какую-то штуку. Найденные пластинки можно послушать с помощью граммофона в отеле. Музыка на них дарует вам человечность. А, ни хрена себе. А какая задача? Стать человеком или нет? Закрой глаза, танцуй со мной всю ночь, тебе станет лучше. Йоу-йоу, камон. Актриса малого театра, я думала, Погорелова. Так, мне что-то еще там дали. Давайте глянем. Расходуемые предметы. Ну-ка, экипировать. Что мы можем экипировать? Ампула сопротивления атрибутам, обойма легиона. Прибор срочной починки, катализатор легенды, неотложная помощь, труба, так, это все понятно, это все не то. Так, костюм нам не нужен, подождите, а что же мне выпало-то? Мне что-то сюда, мне детали выпали какие-то, но я не помню какие. А, нет, значит не выпали никакие детали, меня обманули. Ладно, какую-то пластинку дали, которая дает мне человечность, тоже неплохо. Так, теперь мне нужно... Так, мы падаем, возвращаемся и идем к телепорту. Там, откуда мы появились. И там мне нужно как раз-таки к лифту, потому что у лифта стоит торговец, у которого можно купить все это дерьмище. Элечка, у меня родилась телочка. Хочу назвать в честь тебя. Разрешишь, какая телочка у тебя там родилась? Где она у тебя там родилась? Это корова? Блин. Ладно, пришли фоточки. Может, она действительно милая. Вообще не очень бы хотелось, чтобы корову называли моим именем. Сори. Так, купить. Что вот это, понять не могу.
Навершие дубинки с электросталью. Какой дубинки? Я же дубинки не играю. Не понимаю. Так. Угу. А, так это ты, Виталий? Жесть. О, какая она милая. Ой, какая Буба. Все, называй, конечно, называй. Какая она хорошенькая, такая Бубу-бушечка. Жесть. У меня, кстати, когда-то, ну, не знаю, в мою или не в мою честь, одна группница назвала дочку моим именем. Вот. Теперь еще и тёлочку назовут в моё это самое. Ага, окей, так. Да, 820 я заплатила, окей, хорошо. Так, что там? Назови моим, Глюша, офигенное имя для коровы. Кстати, да, тоже. Она, между прочим, джерсийской породы, чистокровная. Эти коровки отличаются тем, что маленький и дает жирное молочко. Прикольно. Если Масма назовет тёлку именем Эля, это получается потом, что она будет заходить на стрим, может официально говорить, я сегодня теребил соски Эли. О, ты дурак, что ли, Илья? Капец, я в шоке. А шут, мама, привет. Я раньше тоже думала, что все людей, как Андрей, называют в честь меня. Нет, ну, там другое было. Ой, я не могу. Так этот, Масма, это ты мне, оказывается, предлагал купить этот самый... ПС, как его называют-то, господи, ну, эту подписку. Я думаю, что за тип там мне что-то предлагает, что-то мутки, походу, какие-то предлагает. Какие-то черные мутки хочет. Это я тебе предлагал продлить подписку. Ну ладно, тогда я согласна. Предлагал потеребить соски. А ты не знала, что я дурачок? Конечно, знала. Как это я и не знала такое? Так, я не могу понять, почему у меня продаются бросательные ампулы, которые с током, но не продаются с огнем. Чё за фигня? Так, электрический баллон, который можно бросить с близкого расстояния, покрывает электричеством место приземления. Не, это тяжко будет. Так, я могу купить 3 штуки. Окей, давай. Так... Теперь ТП-шечку надо. ТП-шечка где? ТП-шечка, хорошо. Так, сколько у нас осталось до конца стрима? У нас остался час для того, чтобы пройти босса. Так, телепортироваться. Ратуша. Окей. Мне кажется, я не пройду, кстати. Я уже так подустала, мне так жарко, мне хочется прилечь, у меня болит плечо, жопа, там вот это все. Вот, я сейчас ныть начну. Поэтому мне кажется, что я сегодня не пройду. Хотя, кто его знает. Не понял, ты беременна? Нет. А с чего ты спрашиваешь? Так, есть на жопе шерсть. У Лирика смотрел в этой игре 240 кадриков. Красиво. Да блин, у меня... Ну вот смотрите, я вам сейчас включу 240 кадриков. У меня-то будет все нормально. А вы, ну типа, будете сходить с ума. Вот 240 кадриков. Здравствуйте. Так. Хе-хей, привет! 240 кадриков! У-ху! Мне кажется, это 240 миллионов кадриков. Просто мы живем в такой замедленной матрице,
что не понимаем, как быстро все происходит вокруг нас. Хей-хей! Нормально, да? Или на гиперскорости, да, сейчас улечу на жопной тяге куда-нибудь. Я не знаю, почему у меня ОБС не хочет воспринимать больше 60 кадров. Я не понимаю, как это. Глюша, ты тут? Помоги мне решить проблему. Как повысить FPS-ики в ОБС? Причем у меня ничего не лагает, это только в ОБС лагает. Так, материалы, поехали. Как повысить либидо? Тоже сойдет. Да господи, он меня просто сходу обрубил нахрен все. А, то есть тут я танчу, да? Ай-яй-яй, больно как. Ай-яй-яй. Вставай, 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 блядь, что ты застрял? Я победила. А как это вышло? Ты просто красавчик. Оно само. Молодец, брат. Жесть, офигеть!